Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию военно-историческую миниатюру, фигурку кавалериста Великого княжества Литовского под названием «Пятигорец». Пятигорцы – это конница ВКЛ, созданная в XVI веке из черкесов, переселившихся в Великое княжество Литовское с Кавказа. По различным причинам, в том числе нежелание принимать веру Магомета, подданство Османской империи. Название «пятигорцы» происходит от кавказских пяти гор. Пятигорцы существовали до XVI века и пополнялись за счет литовской шляхты и осевших в Литве татар. Вербовка в подразделения пятигорцев происходила по товарищеской системе. Пятигорцы были наиболее многочисленным и универсальным видом белорусской кавалерии. Использовались для охвата флангов врага или атаки вражеских шеренг, пробитых атакой тяжелой кавалерии крылатых гусар, а также для преследования отступающего противника. Пятигорцы использовали для защиты кольчугу, шлем, мисюрку, наручи, круглый щит. Вооружение состояло из 3-4-метрового тяжелого копья рогатины, сабли, двух пистолетов, ружья или лука восточного типа. Пятигорцы являлись аналогом панцирной кавалерии в Польском королевстве Великого княжества Литовского. Фигурка выполнена из олова. Масштаб 1,32. Очень хорошее литье. После видео будут фотографии, в нем будет все показано более подробно. Очень хорошо сделана кольчуга, довольно крепкая фигурка, увесистая. С обратной стороны номер по каталогу и фирма-производитель. Очень красивые фигурки. Хорошо сделаны, проработаны лица. Для любителей военно-исторической миниатюры очень хорошая фигурка. Вот, друзья, еще одна фигурка пополнила мою коллекцию. Будем продолжать собирать дальше, снимать об этом видео. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Спасибо, что остаетесь на канале. Спасибо вам за поддержку. Всех благ вам и вашим близким, друзья.